что, будет сейчас вот это биатлонное? Лапта буде буду да. Ты не убегаешь! Остановись! Все, пусти! Да, 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 конечно, тренер прав, потому что куда там поварниц он попилил, он бы сейчас наелся по полной программе. А эти-то двое свое дело знают, их Лили и Серохвостов. Ну что, спринт, господи, какой сейчас будет финиш? Вот это я понимаю, биатлон! Не каждый раз такое на мировых кубках не увидел. Вот это да! Вы смотрите, что происходит втроем! Ну, это еще и шахматы! Халили пытается протиснуться! Слева Поварницын, пока не сдается, Серохвостов вторым темпом. У Халили здорово лыжи работают, плюс еще расталкивается. Нужно поймать это ускорение Поварницыну, но лидер Кубка России впереди! Впереди Поварницын не может настигнуть. Да, вот это да. Халили выигрывает. Поварницын второй. Серохвостов слишком много сил потратил на преследование. Это финиш.